Ну, она считается, видимо, какой-то ультракрасивой. То есть, не знаю, по мне. Во-первых, около 10 даже. Она, ну, как бы, я не знаю, в каком месте она красивая. Правда. Сейчас у них какой-то ракурс сбоку. Я плачу за квартиру. Вот, это реально считается, как бы, типа, всем миром, типа, ультракрасивая женщина, самая желанная. Я почему-то, как бы, не знаю. Снимаю, я делаю ремонт сейчас в квартире, у меня ипотека. Но я даже боюсь назвать себе сумму. Ну, я думаю, что даже миллиона точно не хватит со всеми растратами. Что должен сделать мужчина, чтобы тебе понравиться? Ты можешь назвать три качества? Доброта и умение заботиться, знаешь? Потому что у меня там и папы не было в детстве. Ну, то есть под некоторыми ракурсами... Под некоторыми ракурсами. Я бы мог бы даже подумать, что это... Я сама решила. Что-то типа вот этих вот тайских экспериментов. Росла, и меня, конечно, вот этим легко... Лидер. Угу. Ну, то есть я по природе своей, я сама лидер. Я не смогу поэтому никогда не знаю, быть человеком, который... Происходит. Но, как бы, ну, может быть, условно можно сказать, что вкусы разные, как бы, у людей. Но, по-моему, это уж точно не... Ну, какая она азиатка? Не, она... Нет. По мне, она именно с максимально мужицкими чертами лица, такими прям именно сделанная вся эта. Ну, я, может быть, подумал бы, что это немножко транс. Да, вот на транса похоже слегонца. То есть я бы действительно подумал, что это так.